Вы знаете, таких историй очень много. Я, к сожалению, вот не могу привести конкретный пример. Я могу привести негативный пример. Вот случился буквально недавно, пару недель назад на съемках. Значит, пришла к нам девушка, которая очень хотела переодеться, которая к нам хотела попасть на программу. Прошла все собеседования, к нам довольно непросто попасть на программу. Иногда собеседование длится 2-3 часа, и мы, конечно, выслушиваем все подробности жизни людей. Иногда люди уже потом встают и говорят: вы знаете, нам уже не важно, возьмете вы нас в программу или нет, спасибо вам большое, нам стало уже легче. Так вот, она прошла все этапы, она подписала договор, она согласилась, а у нас главное условие, что поскольку люди приходят за помощью к лучшим стилистам страны, то, собственно, они должны отдаться им полностью. Согласитесь, странно давать рекомендации лучшим стилистам страны, особенно если ты пришел к ним за помощью. Вот, она все бумаги подписала. Мы писали судебную часть, все замечательно, и вот девушка отправляет к стилистам, и там девочка начинает просто закатывать истерику, всех обзывать, оскорблять, и говорить, что ни в коем случае она стричься не будет, потому что у нее редкие волосы. Ну, то есть, понимаете, да, программа на грани срыва. С одной стороны, мы людям должны предложить преображение, без этого не бывает программы, программа не состоится. С другой стороны, героиня начинает просто манипулировать огромной командой, которая потратила много сил, ресурсов, творческой энергии для того, чтобы этому человеку было хорошо. В итоге пришла я и сказала: окей, вы не хотите стричься? Окей, мы вас не будем стричь. Но тогда мы не будем вам мыть голову и не будем укладывать вас. Мы предложим вам красивый макияж, мы предложим вам стильную одежду, но раз уж вы так довольны своей прической, то она останется нетронутой. Развернулась и ушла. Через 5 минут началась новая истерика. Я не хочу выходить на подиум лохушкой. И в итоге она уже сама просила стилистов сделать ей прическу. Ее сделали очень красивой, и она осталась довольной. Но вот бывают и такие случаи. Вообще очень много, это зависит от человека. Если человек приходит к нам в программу с целью поменять жизнь, у него это получается. Очень многие разводятся после программы. Как бы страшно это ни звучало, но быть замужем за тираном 15 лет подряд, наверное, гораздо страшнее, чем слово «развод». Вот в таких случаях многие находят в себе силы развестись и начать новую жизнь. А таких героев у нас было немало, и мы их часто приглашаем на наши дни рождения модного приговора. Если человек приходит за 3 комплектами одежды в нашу программу, то он их получает, и, собственно, ничего в жизни у него не меняется. Но это происходит крайне редко, потому что все-таки в нашей программе есть какое-то волшебство, и люди верят в это волшебство, и с ними происходят чудеса.